Ты же не помнишь, как меня зовут, да? Клёво нам было ночью. Ну, нормально. Ничего особенного. Привет, Адам. Ты у меня носки забыл. Правда? Привет, Тигр. Привет. Что вчера произошло? У меня до сих пор все тело так приятно ломит. Ты уже встал? Эмма, я с кем-то из них занимался вчера сексом? Нет, извини. Этой зимой. То есть я тупо вырубился у вас на диване? Да. Ты был голый и плакал. У дружбы. Она тебе нравится? Как с ней встречаться? Мы дружим с пеленок. Есть выгодные преимущества. Черт, мы занимаемся сексом. Я вижу. Ты переспал с Эммой? Нет. Да. Я врач и работаю 12 часов в сутки. Мне нужен партнер в 2 часа ночи, с которым не нужно утром завтракать. Ненавижу завтраки. Круто. А ты, Эммы, где ты? Отвечаешь жестко. Где-где? У тебя в гнезде. Точняк. Ну, не отправляй. Нам надо установить правила. Никакого вранья и ревности. Не давай мой номер на экстренный случай. Я не приеду. А ты не спрашивай, что я думаю о твоем теле. Идет. Я не могу наслаждаться порнухой, пока вы там взаправду жахаетесь. Можно ли заниматься сексом? Наверное, не стоит обниматься. Да, как-то неуместно. Без вечно мешающей любви. Кажется, я влюбился. Это ужасно. Ты воплотил мечту всех мужиков. Зачем ее портить? Ты мне очень нравишься. Вечно ты находишь идеального парня, а потом сама пугаешься, что не выгорит. Моногамия не сочетается с естественными потребностями людей. Найди кого-нибудь еще. Смеешься? Ладно. Буду звонить всем девчонкам в контактах, пока кто-то не согласится заняться со мной сексом. За это стоит выпить. Ужасный план самоуничтожения, мы его всецело поддерживаем. Адам? Нет, ну заставь дурака Богу молиться. Благодарю. Натали Портман. Эштон Катчер. Одно свидание, всего одно. Почему нельзя просто заниматься сексом? Больше, чем секс. Ты не победишь, ты крошечный дерущийся хомячок. Зимой в кинотеатрах.